Какая самая дорогая специя в мире? Я, пожалуй, назову три самые дорогие специи в мире. Самая-самая дорогая специя в мире – это шафран. Во-первых, шафран не растет в дикой природе, культивируется человеком. Он цветет совсем непродолжительное время, и шафран собирается вручную. Все это влияет на его стоимость. Ваниль. Замечательная, восхитительная, ароматная ваниль. Дело в том, что плоды ее собираются в недозревшем виде. Затем они ферментируются, обрабатываются и только потом уже отправляются в долгий путь, чтобы в итоге попасть на наш стол. Великолепный, благородный зеленый кардамон. Высокая стоимость также связана со сложной технологией производства пряностей. Зерна кардамона перебираются вручную, а при сушке его вес уменьшается в 6 раз. Итак, трудоемкость сбора пряностей, непростая логистика, а также урожайность в конкретный год – все это сказывается на стоимости пряностей, которые мы приобретаем.